Итак, наш дом построен. Здесь мы будем ночевать. Так, на улице у нас холодает. Температура упала уже до минус 25-6, минус 27. Вот, ну еще, наверное, не вечер. Еще только 5 часов вечера. Холодает еще под утро обычно. Так, сейчас будем приниматься за приготовление ужина. Так, градусник оставим здесь, пускай лежит. Меряет температурку. Ну как тут в вашем домике? Тесновато. Тесновато, очень много тут всего. Ну ничего, переживем. Ладно, будем кушать, готовить, а то так голодно уже. Так, мы готовим ужин. Топим снег. И со снега будем готовить супчик. Снежный супчик. О, да, супчик, чаечек у нас сегодня. В общем, все как обычно. Все. И баиньки. Да, у нас здесь создан уже домашний уют. Мы уже почти согрелись, нам так классно. Отдыхаем. Так, показываю вам, как мы будем спать. Вот у нас спальник один. Спальник внутри второй пуховый. Вот этот летний, этот пуховый. Наелся, напился, лег и укрылся. Да. Все, я на боковую. В куртке и в штанах. В пуховой куртке, в теплых штанах. Да, на улице уже минус 30. В палатке чуть-чуть теплее. А в спальнике вообще хорошо. Так что ставьте лайки. А мы будем спать. Доброе утро. Привет. О, ночка была отличная. Было тихо, мы стояли с подветренной стороны. Но с утра начался ветер, очень сильный ветер. Вот, мы, короче, не стали там, в общем, еще темно было, мы собирались. Вот, позавтракали и сейчас поднялись на вершину Пипивана. 2000, кажется, 28 метров, если не ошибаюсь. Здесь стоит вот обсерватория. Мы стали с подветренной стороны. Обсерваторию эту уже... начали закрывать все дыры, потому что туристы гадят очень сильно. Сделали крышу в нескольких местах, я не знаю, может везде. Вот здесь на вот этом куполе, на этой башне, там где стоял. Здесь стоял когда-то купол телескопа. Сейчас его там сделали крышу. Вот такая вот конструкция. Сейчас немножко выйдем на ветер, будет шумно. Виды потрясающие здесь. Вот там впереди Мармаросский хребет. Виднеется. А с этой стороны у нас Черногорский хребет. Вот это гора Говерла, пик. Вот нам туда. Мы должны вот это все преодолеть. Еще эту обсерваторию называют белый слон. Потому что он белый. Потому что он слон.
нас привальчик на маршруте. И Стина тут разлеглась. Привалилась. Пузом ой, крек. Тяжело очень. Поставьте нам лайк, станет легче. Ну и очень красиво в то же время. Красота. Сейчас мы стали с подветренной стороны. Здесь не дует. Солнышко греет, тепло, хорошо. Вот. Но погоду обещают, короче, ухудшение на завтра. Вот. Усиливается ветер. Там облачность обещают уже на послезавтра. Короче, нам надо сегодня пройти максимум. Ну, максимум это не самовытое. Вот. Ну, минимум это Бребенеску, если не дойдем. Свалиться надо к озеру туда. Вот. И там где-то в жеребе заночевать. В общем, закопаться где-нибудь. Потому что здесь на верхах на открытой местности дела не будет с нашей палаткой. Хватит валяться, пошли. Так, мы подошли к прямой видимости Говелы. Вот она, красавица перед вами. Вот, ну тут две красавицы, Юстина и Говерла. Вот, слева там вот виднеется вершина Петрас. Вот, вот это Петрас, вот это Говерла. Вот, а ночевать мы будем вот здесь в самой нижней точке. Мы будем переваливать на ту сторону, озеро Несамовитое. Вот где-то туда мы хотим добраться по-светлому и установить лагерь. Вот. Ветер немножко стих. Ну, прилично стих. Стало более-менее комфортно. Так что и осталось у нас ходового времени где-то часа полтора. Сейчас у нас 15-13. Ну, до 5 мы вчера шли. Становились в 5. Ну, где-то так и сейчас будет. Постараемся управиться. Все, времени нет. А покажи там, что. Идем. Ну и да. С этой стороны тоже у нас. С этой стороны у нас тоже хорошие виды. Вот такие виды у нас с этой стороны. В долине дымка. На завтра обещаю смену погоды, сильный ветер, облачность, ну а потом еще и снег. Ну посмотрим, проверим, что оно будет. Нам туда. Подходим к месту стоянки, идем по гребню, гребень над Несамовитым, красивый, вот такой вот. Опа. Кристина уже устроилась, ты уже на ночь устроилась? Ага. На закат? Ага. Поглядеть на закат? Да, здесь закат будет красивый. Еще чуть-чуть и будет закат. А ночевать будем где-то вот там вот, в той снежной пустыне.
последнее приготовление нашей берлоги. Сейчас будем устанавливать здесь палатку. Такая полупещерка. Равняем последние метры. Так, палатку я уже собрал. Просто заносим тут палатку. Опа. Как будто бы там и была. Мы ночью ставимся, ночью снимаемся. Короткий день, пройти надо много. Поэтому, что есть, то есть. Наш новый домик. Каждый день на новом месте. Сейчас забрасываем все наши шмоточки. Вот наши рюкзаки. Вот рюкзак второй. Будем все забрасывать в палатку. Создавать там уют. Готовить ужин! На ужин у нас ура! Суп! Ура! Будет ужин! Если вам нравится наше место ночевки, поставьте лайк. Пока!